Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим процесс написания натюрморта с облепихой. Как и в предыдущем видео, вы можете заметить, что холст уже изначально затонирован. Сделано это так же, как и ранее, масляной краской, оставшейся от предыдущей работы. Взятый непосредственно с палитры, перемешанный с растворителем, естественно, с тройником, я имею в виду, и потом она уже была нанесена, эта смесь, на холст. Тонировка холста выбрана изначально достаточно темная. Сама поверхность покрытия имприматуры получается достаточно глянцевой. В силу содержания масла и домарного лака, потому что там его немножко большее количество, так было задумано. И натюрморт делается в классических традициях, то есть фон мы выбираем, как вы видите, потемнее. Что это нам дает? С моей точки зрения, это дает нам возможность более выгодно показать какие-то предметы, и особенно это важно для натюрморта и портрета, потому что в пейзаже имприматура тоже бывает хороша, но вот в плане натюрморта и в плане портрета это, конечно, очень выгодно. Здесь мы работаем на принципах контраста и светотени изначально. Так, ну вы видите, что здесь нанесены уже два основных контура предметов, они нанесены очень грубо. И первые мазки мы наносим в темных тонах, то есть это умбра жженая, марс коричневый светлый частично и белила. То есть получается техника гризайля, таких серых тонов изначально, можете о ней почитать. В этой технике работали многие старые мастера, и вот в данном натюрморте мы можем сказать, что диапазон цветов здесь небольшой, но большая часть работы проводилась именно над оттенками этой немногочисленной цветовой палитры. То есть здесь надо было сдержать свое стремление уйти в другие цвета. Изначально это ставилось как задача. Ну и вот видите, вы уже сейчас непосредственно два основных предмета. Это глиняный кувшин, ну или не кувшин, а глиняная такая посуда. Я точно даже не знаю, как она называется, но это не важно. И слева вы видите емкость, которая будет корзиной. Эта работа велась тоже, можно сказать, лессировками большей частью, но здесь сама краска, само свойство краски имело такое отличие, что она была густая. И поэтому наносить новые слои приходилось только когда работа уже немножечко подсыхала. Вообще, я об этом еще не упоминал, но есть очень важное правило. Оно состоит в следующем, что если вы наносите масляные краски поверх невысохшей густой масляной краски, то новый наносимый слой, чтобы он отходил от кисти и от мастихина, точно так же должен быть более жидким. То есть он должен содержать в себе больше растворителя. Но я в такой технике лично не очень люблю работать, потому что получаются очень жирные мазки. Но иногда это надо, иногда к этому приходится прибегать чисто физически. И вот в этой работе тоже такое было видно. Почему я сказал про густоту краски? Вы видели, что когда наносились силуэты вот этих двух мандаринов, которые лежат в
корзинки, то вы обратили внимание на то, что краска наносилась очень тонким слоем и не было нужного оттенка. И вот здесь вот даже в некоторых случаях мне приходится прибегать к помощи мастихина. Но мастихин — это тоже один из основных инструментов художника. Не надо считать, что принято работать только кистью. Вот он, видите, как позволяет нанести нам, например, большее количество краски. Она разжижена, как я сказал. И более удачно показать переход от света к тени. Зачастую. Здесь я не стремился сразу написать апельсины и мандарины, потому что это невозможно сделать алла прима. Точнее, возможно, но уйдет больше краски, и все это будет дольше сохнуть. Да и в плане аккуратности это может получиться несколько хуже. Обратите внимание на корзину. Здесь вообще этот урок, как вы видите, он очень сокращенный, потому что я не хотел утомлять вас длительным видео. То есть здесь показаны только основные моменты. Итак, обратите внимание на корзину. Корзина по своей сути – это достаточно сложный предмет, потому что я сам разговаривал с человеком, который занимается плетением подобных изделий, и он говорил мне о том, что принято считать, что плетение из ивы – это достаточно легкий процесс, то есть если овладеваешь им, то особого труда в этом и нет. Но на самом деле это очень трудоемко, потому что одну корзину, вот такую, человек, профессионально этим занимающийся, плетет полдня или более. Поэтому по своей структуре корзина достаточно сложная, и нам нет необходимости прописывать каждый прутик, который мы там видим. Здесь необходимо уловить грани света и тени, которые играют на корзине. И вы видите, как я показал здесь ребра вертикальные. То есть это единственный вариант, как мы можем написать корзину. Потому что если мы начнем все это прорабатывать очень тщательно, то мы будем срываться в гиперреализм, и в итоге это получится несколько наигранно, надуманно. Конечно, могут быть исключения, но большей частью получается именно так. Поэтому прутики показаны с помощью света и тени. И на корзине тоже достаточно много оттенков. Мы должны об этом помнить. Вы только что видели, как я нанес несколько легких мазков и сделал это очень деликатно, светлых мазков на вот эту глиняную посуду, потому что нам надо понимать, что глиняная посуда по своей сути матовая. Она бывает немножко глянцевая, специалисты бы подсказали, при каком-то особом виде обжига и, может быть, при какой-то полировке или покрытии чем-то в дальнейшем. Но большей частью вот эта матовая керамика имеет такой специфический оттенок. Что здесь еще необходимо понимать? Что свет здесь боковой, жесткий. И вы видите, как я показал на самом кувшине свет и тень. То есть тень, падающую от ручки корзины на глиняный предмет, на керамику. Свет здесь жесткий. Что такое жесткий свет и мягкий свет, хорошо знают фотографы. Мягкий свет дает размытые контуры, жесткий свет дает четкие, жесткие контуры, поэтому он называется жестким. И жестким классическим освещением является солнце, а, например, мягкий свет дает свеча или какая-то матовая лампа, например, абажур и так далее, ткань, которая закрывает источник света, тоже дает нам мягкий свет.
Так, и вот сейчас я приступаю к проработке фруктов, мандаринов, то есть здесь апельсины с мандаринами совмещены в этом натюрморте. Здесь тоже необходимо показать богатство светотеневых составляющих. Вот. И здесь я кисточкой плоско сглаживаю неровности, потому что изначально, когда краску наносишь, мазками вот это идет мокрое по мокрому, конечно, есть неровности, особенно при работе мастихины. Мы видите, что я добавил немножечко красного, то есть здесь надо соблюсти реалистичность и показать богатство именно переходов. Вот, то есть мандарины, они немножко красноватые, апельсины бывают разные, но в моем случае они немножко более желтые, чем мандарины. И вот надо показать эти места, сейчас вы видите, которые являются точками прикрепления плодов к стеблям мандаринового дерева обязательно. Вот. Особое внимание хочется обратить на то, как мы рисуем вот эти углубления на фруктах. Их не надо воспринимать как только просто черную точку, а вы видели, что под черной точкой на последнем мандарине справа, который ближе к ручке, там я положил немножечко белого, немножко белил, естественно, тонированных другим оттенком, нечистых белил, для того, чтобы показать, что это выемка, не просто точка, как точка, нарисованная, например, на поверхности мяча. Если вы возьмете мяч и нарисуете что-то на нем маркером, то это вот будет точка на поверхности мяча, на поверхности шара. А фрукт обязательно вместе вот этого черенка у яблока, и если он черенок оторван, он обязательно имеет выемку. И выемка углубления сама более темная, а краешки надо обязательно обозначить светлым против источника света. Ну, сейчас вы видите, ведется работа над столом. Масло здесь было достаточно такое жидкое в некоторых местах. И вот сейчас я убираю подтеки, которые появлялись по мере работы над картиной. Сама эта картина делалась в течение примерно 4 дней, с перерывами, с хорошими, для моего удобства. Обратите внимание на тряпку, которой закрыт кувшин, горло кувшина. Здесь я всегда люблю остановиться, потому что сама фактура материи — это очень богатое поле для деятельности, и ее интересно передавать. Интересно передавать сжатость какую-то, неровности, переходы, складки этой материи. То есть здесь есть над чем художнику поработать. Поэтому, если вы посмотрите на работы классических мастеров средневековья, на одежду обязательно обращайте внимание, как они делали, на скатерти, на всякие предметы, на драпировки. Это было целое искусство уже в то время, и нам надо его, конечно, стараться людям, занимающимся живописью и просто любящим живопись, обязательно это сохранить. Ну и вот вы видели, я нарисовал ветки облепихи. Кто собирал облепиху, наверное, помнит, что она очень колючая, что у нее длинные такие абсолютно прямые шипы, которые буквально вонзаются в руку, когда собираешь ягоды. Вот это здесь мы должны обязательно передать. Ну и вот это уже окончательный этап работы над картиной. Ягодки здесь разбросаны по столу. Обязательно у них надо показать нам тень, чтобы они приобрели объем. То есть за каждой ягодкой против света лежит тень. Блюдечко, на котором лежат разрезанные апельсины, тоже важно показать его светлую каемку. Ну и вот вы видите окончательный результат. Спасибо всем за внимание.
Подписывайтесь на мой канал на YouTube и заходите на мой сайт otosart.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч!